Дорогие мои друзья, всем привет! Сейчас вам покажу свои земные кабачки. Сегодня 26 августа. Кабачок Аэронавт. Молодняка очень много. Это молодая люцерна. Также оставил на семена белый плотник. И также помесь белого плотника с желтоплотником. Я его называю рябчик. Так не видать, но у него желтый есть, у него полоски. Да, Танюша, ты была права. Они переоперились. Ну, кабачок довольно крупный, увесистый, красивый. Самое главное, как вот красивый сверху. Ну, молодняка много еще. Ну, белоплодник молодой совсем. Картошка в этом году вообще не важная. Томаты мы уже давно едим. Уже неделю как две. Спеет. Сегодня только срывали спелые томаты. Ребята. Перчик. Перчик. Ну вот и спелые вот томаты спелые. Ой, моя вымха, баба. Вот кворшка семенной. Там и толстый из кабачков оставил. Вот кулак мой. И кабачок какой. Молодняка также много с кворшки еще. Перчик. Баклажан только вчера собирали. Не успела снять. С двух грядок. Собрали три ведра баклажан. Капусту мы уже едим. Вот дынька. Торт наш местный. Дыни в мазь свои не крупные, но их много. Сейчас время 8 часов вечера, поэтому пришлось включить камеру. Ту вспышку, то есть, купить, сказал тоже. Он уже желтый. Также свекла моя. К сожалению, свекла взошла не вся. Вот тут нету. Раз, два, три, четыре, пять. Кому интересно, как я подготавливал землю по свеклу, вот тут хорошо видно. Я в прошлом году осенью. Мне чернозема не хватило. И мне пришлось еще довозить свежий навоз. Навозил я сюда навоз слоем вот таким. Вот он зиму он перележал. Навоз был говяжий. Это экодорская желтая. А это кормовая розовая полусахарная. Ее я в этом году сеял. Первый раз в жизни. Посмотрим. Все у них вырастет. К сожалению, много свеклы не взошло. Уже почти все вылило из земли.
Куда ее прыгнуть на? Это у соседа амброзия выросла. Вот, кстати, хочу вам показать. Пырей широколистник. Это пырей узколистник. Вот он, зелененький. А это пырей широколистник. А вот мой последний, пятый кабачок. Дребовский 37. Последний остался. Самый здоровый из кабачков. Пока целый. Даже показать его. Тяжелый. Кабачки я все убрал уже. Свекла. Эквадорская желтая. Ну тут за большого количества навоза свекла мелкая. Она сперва почти вся сгнила, сгорела. А потом ничего заножила. Ну, самая большая свекла. 200 вот она. Вот одна. Видно тут, нет? А вот вторая. И тыква. Эту тыкву я посеял 10 июня. Взошла она 17 июня. Сорт называется Волжская серая. Знаешь, тыква? Эту почти уже поспела. Эту я ставлю на семена. А вот эти... Это и вот это пойдут на варенье. Должен. Та же два молодняка еще. Молодняка. Здесь вот один. Одна тыкочка. В пакетике было 5 семян, из 5 только 3 взошли. А тут 3 корня, а тут один корень. И вот 2 корня. Вот. Один. Вон второй корень. Видим ты. Вот он второй корень. Вот так вот. А вот тыкве, мне кажется, навоз пофигу. И навоз, и мочевина. Хотя на пакете было написано, что тыква в массе своей не крупная, до 5 килограмм. Вот, мне кажется, тоже больше, чем 5 килограмм. Ну, посмотрим. Молодняка еще тут хватает. Вот молодняк. Молодые тыквочки. Вот еще молодой. Ну, все. Свекла. Свекла тоже не вся зашла, но я об этом уже говорил. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья, добра. До новых встреч. Пока-пока.